День строителей в Набережных Челнах – праздник с размахом. В этом году главные торжества пройдут в пятницу 9 августа. Уже стало традицией, что официальная часть начнется с возложения цветов у памятников Раису Беляеву и Евгению Ботынчуку. Церемония намечена на 17:30. Далее отдыхающих ждут у стадиона «Строитель», где будет работать выставка достижений стройиндустрии и спецтехники. По традиции, в этот день на сцене награждение лучших в профессии и праздничный концерт. В 19:30 начнется концертная программа с участием эстрадных исполнителей республики. Приятным подарком для всех станет выступление российской группы «Дюна» и Натальи Синчуковой. Почти одновременно на левом берегу Меликески возле колокольного моста начнется празднование также ставшего традиционным для нашего города Дня Ухи. В этот раз гостей блюдами из камской рыбы будут радовать сотрудники предприятий строительных комплексов. Стоит отметить, что для удобства жителей в пятницу будут организованы дополнительные рейсы автобусов в сторону нового города. Завершение праздника планируется в 21:00 красочным фейерверком.